праздником 8 марта поздравили женщин в муниципальном центре культуры. Для виновниц торжества выступили творческие коллективы Магадана. Праздничную атмосферу 8 марта дополняла тематическая программа от камерного ансамбля. При входе в зрительный зал девушек встречали волонтеры. Всем женщинам организаторы праздника подарили цветы. Поздравили дам и представители власти Магадана и области. Большинство женских коллективов у нас и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре. Но посчитали, и в правительстве у нас, оказывается, женщин много и больше, чем мужчин. И в муниципальных органах власти тоже женщин больше. Хочется пожелать вам успехов, крепкого здоровья, ну и берегите нас, мужчин, а то так и останетесь одни и будете решать все сложные задачи. Хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов. Ну и если будут улыбки у вас на лицах, то вся работа будет ладиться, и со всеми проблемами мы с вами обязательно справимся. Вы знаете, я хотел бы сегодня вам пожелать, чтобы в первую очередь весь март у вас было хорошее настроение, чтобы все мечты, которые вы задумали, они исполнились. И именно сегодня пусть начнется старт ваших самых планов, которые принесут вам только радость, счастье и любви, дорогие женщины.